Сейчас мы изучим кей-поп с Бантан Бойз. Бантангайо. Негармонично. А можете сделать заново? Бантангайо. Озвучка Джейкуб представляет. BTS Гайо. Эпизод первый. Викторина по танцам женских групп. Викторина на скорость. Команда вокалистов против команды рэперов. Выразите заданные слова с помощью танцевальных движений. Проигравшие получат наказание. А вы знаете какие-нибудь танцы женских групп? Моя вторая работа – обучение танцам женских групп. Пожалуйста, дайте мне сладкий торт мороженое. Ты неубедителен. А знаете еще что-нибудь? Разве вы все не знаете это? О, конечно. Мы не можем это пропустить. С небес на землю. Это стариковский танец? Ты занимаешься танцами из аэробики? В этой игре команда вокалистов будет против команды рэперов. А Джейкоб с нами. А мы решили? Давайте встанем на свои места. Хотя у них и 4 человека, они не особо умные. Не пожалей потом о своих словах. Что же они написали в качестве наказания? Мы с легкостью обыграем вас. Давайте начнем викторину по танцам женских групп. Начали! Бантан Гайо, викторина по танцам женских групп. Начинает команда вокалистов. Это очень легко. Это невозможно не знать. Пожалуйста, придерживайтесь правил. Ты же сказал, что понял это. О, прости. Прости. Что это? Ты будешь так танцевать? Я даже не знаю это. Это танцевальный момент. Что это? Я даже сам не знаю, что делаю. А, я понял. А что он делает? Ты делаешь игё? То я делаю? Пропустишь? Тут нельзя пропускать. Ты был толстым, но похудел. Я не понимаю. Нет. О, это действительно... Это правда танцевальное движение? Пантомима, а не танец. Пузырик взорвался. Как мне это сделать? Я не помню название песни. Я ничего не знаю. Почему Чонгук угадывает у всех? Он не знает. Сперва объясни певца. Объясняет ситуацию вместо танца. Ты имеешь в виду этот танец? Объясняет ситуацию, которая произошла, когда они были вместе на шоу. Верно, Чонгук был. Так что это? Вы приняли этот ответ? Молодец. Какой счет? 6 минут 45 секунд. Мы победили. Первый вопрос команде рэперов. Это очень легко. Что это? А вы знаете? Опа, Gangnam Style. Что это? Стратегия сбить с толку команды вокалистов, которая хорошо подходит песне. Ты сможешь это сделать? Что это? Скручивание? Это близко. Посмотри на меня, что я делаю? Я совершенно ничего не понимаю. Я в восторге от того, что видит проблемы команды рэперов. Я только что это сказал. У вас хорошо бьют. Нет. Как я могу пропустить это? Команда вокалистов, не способные удержаться, предлагают подсказки. А ну вы не знаете название песни. Мы победим, даже если подскажем.
Ложится на живот сразу после того, как видит слово. Это действительно легко. Выражает Крейзи своим телом, потому что он не помнит танец. Пожалуйста, ответь правильно. Это тоже очень легко. Если проиграем, то это из-за рэп-монстра. А кто певец? Неустанно повторяет один и тот же танец. Он вспотел. Это основной момент. А Джей Хоуп положит этому конец? Ой, что же это? Это так похоже. Команда рэперов 8 минут 12 секунд. Это было слишком сложно. Ты в порядке? Ты вспотел. У команды вокалистов были слишком легкие вопросы. Почему вы не знаете танец Bubble Pop? Смотрите, кто говорит. Это танец Bubble Pop. Все в порядке, вы в любом случае правильно поняли ответ. А так танцуют бар-бар-бар. Нет, вот так. Было весело, потому что мы победили. Было весело. Пожалуйста, выбери. Наказание команды рэперов это... Раз, два, три... Щелбан. Вы умрете, если Чимин поставит щелбан. Он очень сильный. А мы не вынесем этого. Он очень сильный. Но это коснется только одного человека. Все усердно работали. Камень, ножницы, бумага. Шуга избежал наказания. Камень, ножницы, бумага. Сильно напуган. Камень, ножницы, бумага. Джей Хоуп получит наказание. Если тебе есть что мне сказать, просто скажи это сейчас. Мне жаль, что я победил тебя на днях. Не ругайся. Не ругайся. На этом викторина по танцам женских групп закончилась. Команда вокалистов победили. Спасибо. Чимин, я отомщу тебе. Было весело. Скоро увидимся. Это была озвучка Джей Хоуп. Не пропустите следующий эпизод.